Буквально через несколько минут мы вернемся к теме трагедии на Львовской шахте. Там находится наш корреспондент Галина Якушко. Она будет с нами на прямой связи. А пока продолжим. Откровение главы Нацбанка. Блокада на Донбассе может стоить Украине 2 миллиарда долларов. Именно столько, настолько сократится, по подсчетам главы НБУ, платежный баланс нашей страны. Кроме этого, предупреждает Валерия Гонтарева, сокращение выпуска готовой металлургической продукции существенно ударит по экономике. Если же блокада прекратится в ближайшее время, то, по оценкам НБУ, негативные последствия будут незначительными. Также на пресс-конференции она сообщила о том, что готова подписать меморандум с МВФ, который получила накануне. И, кроме этого, глава Нацбанка не исключила, что эта ее подпись может стать последней в должности главы Национального банка Украины. Ми вже погодили в меморандумі, я вже отримала фінальну версію з Міжнародного валютного фонду. Ну, як це? Я готова підписати. З боку Національного банку все гаразд, і ми все узгодили дуже давно. Я готова. Может ли так оказаться, что меморандум, который планируется согласовать в ближайшее время, будет последним, под которым будет стоять подпись главы НБУ Валерии Гонтаревой? Таке може оказатися. Але ще раз наголошую, що офіційно Національний банк за місяць подасть повідомлення. Ми таке повідомлення не робили, і все правління Національного банку працює.